Сегодня стали известны имена заместителей председателя правительства Кировской области. Пакет документов, в которых значатся имена кандидатов, губернатор региона Игорь Васильев направил на согласование в законодательное собрание. Напомню, после выборов главы региона правительство области было распущено, и сейчас начинается процедура формирования нового состава. Уже известно, что кардинально менять состав правительства Васильев не стал. По данным областной администрации, в него войдут руководители, которые за прошлый год показали эффективную работу. Так, в качестве заместителей председателя правительства представлены Максим Кочетков, Дмитрий Курдюмов, Алексей Котлячков и Илья Шульгин. Также на должность замов претендуют Андрей Плитко и Алексей Коробов. Это новые лица для области. Известно, что это бывшие коллеги Васильева по Росреестру. На должность первого зама представлен Александр Чурин. Он на данный момент генеральный директор завода «Сельмаш». На должность руководителя Министерства финансов губернатор предлагает Ларису Маковееву. В представленном списке, по данным кировских СМИ, не оказалось министра внутренней и информационной политики Владимира Бекетова, а также зампредов Ольги Куземской и Константина Мищенко.